42 года в браке, перламутровая годовщина свадьбы. Пара, отмечающая годовщину свадьбы 42 года, может похвастаться тем, что чем дольше их совместная жизнь, тем крепче и спокойнее становится их союз. Как правило, столь долговечный союз именуют перламутровой свадьбой, так как этот натуральный материал обладает магической способностью укреплять взаимоотношения в браке. Вообще, 42 года совместной жизни – серьезная дата, которая требует серьезного подхода. Что подарить на перламутровую свадьбу? Учитывая вышесказанное, гостям этого яркого мероприятия, выбирая подарок на перламутровую свадьбу своих друзей, следует отдать предпочтение перламутровым изделиям. Для женщины наилучшим подарком станут элегантные украшения, а для мужчины – запонки или зажим для галстука. Так как годовщина свадьбы 42 года не является круглой датой, наиболее подходящим вариантом для праздника может стать домашняя вечеринка с близкими друзьями и родственниками. На перламутровую свадьбу принято украшать дом живыми цветами и перламутровыми аксессуарами.